просто крылья черные, а сам белый. Альбинос. Это есть, знаешь, такая болезнь аллопеция. Их только когда... голубей нету. Да. А вон баклан, гляди, какой здоровый. Видишь, летит. А. Да. Красота. Вот, считай, вот эту пчел здесь не было. Ставили недавно. Потом, что, вон тот этот был. Ресторан. Флаку. С погодой нам, конечно, не повезло. С погодой, да. Но вот сейчас, видишь, ни дождя, ни извинности нет, слава богу. Ну, тут уже плюс. Вот, велосипед классный, электрический. Да. Классно. Все равно мне очень понравился Питер. Вот тебе Спас на крови, видать, вон отсюда. Видишь, да, вот здесь вот Спас на крови видно, вон, и вон Исаакия видно. Исаакия видно. Вон его колоннаду, да. Вон, вот нам туда. Да, если летний сад открыт, то через летний сад можно. Но сначала нужно пройти мост. Ну, пойдем пешком. Что, идем гуляем. Слафдаемся, выйдем. Не говори. Красота. Так чисто прогуляться. Взяли спуск сзади, но теперь мы этому тросом писать негде утром. Вот здесь вот был спуск. Наверное, они писают где-нибудь. Нормальных местах. Будете бегать до моста и обратно, да? Утром. Знаете, здесь поставили это все. Слушай, а это что такое? Это как ресторан, да, получается? Да, может быть, как ресторан или как. Я не знаю, что это такое. Ну да, наверное, ресторан. Не. Вот это то, что мы рекламу-то делали. Да. ВТБ Мегафон. Да, это ресторан. Вон там лифтай. Здание такое известное. Классно. А это вы что за корабль-то спереди? Деревянный? Это ресторан флагман. Да? Да. Там, это, наверное, дорого, внутрь. Да? А вон, кстати, ракета пошла, видишь? Это метеор. У нас такие раньше пилили по Волге. А сейчас что-то перестали. Но это старый такой это вариант. У нас сейчас более новый ходит. Валдай называется. Ну, красиво. Так смотришь, прям вообще удивительно. Вот удивительно красивый. Взял кофе и по набережной. Да. Вот сейчас нам с тобой только кофе не хватает. А так как в Нижнем. Да. Не, я говорю, если бы мы здесь с тобой жили, мы бы тут уже нашли бы, где кофе, где чё, где тоже свой маршрут был бы. Определенно. Это раньше был жилой летний дом. Вот это. Да? Да. А сейчас здесь вот реклама. Нет, реклама. Вы Мегафон. А сейчас что здесь такое? Сейчас здесь магазин, видишь? Хотя уже можно, и еще остался летний дом. Вот и живет мой жизнь. Вот ты видишь, какие эти все окна-то, видишь, да? Да. То есть, кинет жить в таком доме, вот здесь. У тебя вот тебе вид. Да, вид-то. Летний сад. Вид обалденный. Я в тупо жила. Не, ну дома здесь мне не нравятся. Мне не нравятся здесь мои постройки, конечно. Тут тебе вот... что не нравится? То, что маленькие? Ну да. Не, это сталинская постройка, здесь, блин, большие комнаты. Да? Да. Таких мало очень. Это там домов. Обычно такие дома строили пленные, это немцы. У нас даже в Нижнем есть это целый проспект, там это целый, этот, как сказать, комплекс идет, там 4-5 домов такой постройки. Там потолки 3,80, да, довольно-таки большие они. Слушай, красивый этот корабль, да? Да. А он полностью деревянный. Есть такие, здесь, по-моему, раньше подожди, было... Подожди, а это точно, это точно Исаакия, да? Вон вот это, Исаакия, да? Исаакия, да. Что это, муж казанский? Исаакийский, не, казанский здесь плохо видно. А, то есть он только пониже, Исаакия, да? Только Исаакия, да, это ниже. Исаакия такой большой. И Спасна крайне, видать. Да, вон его видно.
Но он сейчас на реставрации, видишь, у него все закрыто. Не, вот только это главный купол. Да, жалко, конечно. Внешне, там может быть не это... Не видели все красоты. Вот нам не вкладывают вот это что-то. Он тоже купол. Какой-то причал, смотри. Да, только есть вещи, по-моему. Причал? Вот как они орут классно, да? Он и закрыт, видишь. Фига себе, они громко орут. Да, и вон какие здоровые, представления с нашими. Чайки жирные летают. А, тут не то, что жирные, тут вообще жирнейшие. О, смотри, какой красивый. Бакланище. Бакланище. Обчет сюда. Тихо, не надо. О, смотри, что тут какой же. Это какой-то чупатый. О, ну не надо так делать. Ну я хотела поснимать, что ты его? Что ты так делаешь, зачем? Вон еще один план, вон смайл. Ну я хотела поближе. Взял, согнал. О, смотри, и этот тоже какой-то весь такой пятнистый. А, тут всякие. А что они все какие-то пятнистые? Фиг их знает, спроси у него. О, гей-гей. Можно у вас узнать? Рыбу. Можно? Чего? Вон тут клад, вон. А, понятно. Подожди. Мы тут не местные, расскажите, где еще, пожалуйста. Подождите, не бегите. А, ну зачем? Ну, постойте. Молодой человек, сэр. Сэр. Женьман, спаси жур. Пару слов, пожалуйста. Молодой человек. Интервью для Первого канала. Блин, для канала «Пиратские жизни» хотят. Давайте интервью. Может, вот эти статуи что-то скажут, да? Может, они это будут многословны. Не, Питер, конечно, красивый. Все-таки он очень красивый. Обязательно сюда стоит приехать, посмотреть. Все. Львы какие-то, да? И вон там тоже, смотри, видишь, они тоже все какие-то разноцветные. Вот, пойдем сюда, встанем. Мы вниз посмотрим. Икс. Ну куда ты? Куда? Водичка. Не вам. Это китайский? Из Гуанчжоу? Шидза. А тут, наверное, по-другому называется, да? Нет, тоже Шидза. Не, действительно, как мы тогда проезжали. Тут же, смотри, тут и памятники из Китая. Тут и из Египта. О, смотри. Ты посмотрите, какие они красивые. Молодой человек, можешь с вами поговорить. А может, это девочка? Девочка. Не, ну красивая, да? Тихо-тихо, ай, догоню. Лови. Лови его, лови. Стой. Да. Не надо нам дождичку. Дождик, давай, возьмемся за руки. Да, наколдуем, давай, да, 3-4. Да, мантру включи. Да. Да. Классно. Это шишки. Смотри, я же, знаешь, часов, видишь, ну да. Не лица. Понятно. Дверь раскрыта, чтобы выезжали. Ну что, какое-то здание, смотри. Просто администрация какой, еще что? Угу. Вот тут, на этом, шишка выезжать будет. Угу. Не, красивый такой ресторан. Очень. И мы красивые. А, то, что у нас хорошо. Там даже такой лес. Он прям это... Такое ощущение, как... Губернатор или что-то такое. Губернатор. Да, обычно так это считается. Да. Губернатора. Может быть. Мерседес и вот и пошел, да? Садится. А это его. Причем он-то без маски, а охранник маски, да? Да.
Все, опасно, опасно. Да. Преследуем. Сейчас сядь. И поедет. Угу. Ну пойдем. А может и депутат какой-то фильм? Может быть, да. Да еще куда не плюнь, кто депутат, то. Да, или какая-нибудь шишка. Губернатор. Да. Пойдем. Да, где сейчас уедет. Че, ты будешь преследоваться? Да. Интервью возьмем. Интервью, стой, сказал, да. Мусульманин. Стой, мусульманин. Че, пойдем прогуляемся? Идем. По ресторанам. Да, да, видишь, статую даже, на, видишь, как это раньше делали. Да. На блин, а, видишь, такая, статуи. Она такая, да, она с венком, венком, да, ага, красивая. Статуи. Разные статуи вешали, видишь? Ага. Классно. И вот таких, по-моему, 2 или 3 таких было. Ресторан сейчас, не знаю, сколько осталось. Да? Ну, вот тут вот один, да. Еще один там был, это, за мостом Ли и лейтенанта Шмидта. Сейчас вроде там нет его. Угу. Ну, прикольно тоже стоит. Да. Ну, видишь, как сделан. Как, ну, он для, как для как красоты, настоящий. Как для да. ресторана. Там, видишь, панорамный окна. Да. Если она можно номер даже снять. Какой номер? Нет? Это ресторан, а не гостиница. Видишь, написано ресторан. Угу. А фрукты какие-то привезли, да, продукты? Да, это доставка. Продукты. Ресторан, доставка. Ресторан. По ресторану. В 99-м году оторвало. Это в марте месяце, не помню какого числа. Mm-hmm. Вот, и его оторвало, было. Это поднялась вода очень высоко. Мы даже вот эти было еле видно. Вот эти. Буйки, да? Да, вот эти. За которым за блин крик блен. Uh-huh. Вот. Сейчас он на блин тросы, а тогда были канаты. И его оторвало. Ну, тоже красивое сюда, видишь? Тоже белое. Синий такой. Какие-то они здесь, да, все такие. Пестренькие. Разноцветненькие. Да. Что, пойдем через мост? Пойдем? Далеко идти. Ой, да ладно. Пройдем мост? Там сейчас дуть будет. Да пофигу. Не, ну что, быть в Питере и не пройти по мосту. И, чтоб тебя не продуло, да? Да. Нормально. Приедем домой. Когда на вирус привезли? Мы культурный вирус привезли. Блин, жалко, там все запутать. А что ты хотел? Спуститься. Спуститься, посмотри, уйди. Там вода. Вода? Ну-ка, точно. Да. Так-то маленько замочит. Ну, видишь, название. Это корабля. Благодать, да. Раньше был флаг. Благодать. Вон, полиция морская, видишь. Морская полиция? Да, вон, видишь. Речная. Ага. Какая-то полиция здесь тоже. Это часовня. Кстати, классно. Тут, здесь везде какие-то часовни, везде какие-то храмы маленькие. Ее построили и открыли именно, вот видишь, 300-летию Петербурга. Да? Понятно. А? Трамвайчик. Да, для него были. Шли. Слушайте, здесь... А, нет, это не здесь. Это или на этом мосту. Красивые заборы такие. Да, здесь. Там, где такие коньками. Здесь ездят? Морские коньки такие? Не знаю. А мы тюкзет не ездили, когда на мосту? Какой? На вот на этот вот дальше. Другой? Там просто очень красивые. Борцовый. Очень красивые вот эти. Так, проходим. Это троечка. Это троечка, мам. Не, ну там я имею в виду забор был очень красивый. Вон забор обычный. Mm-hmm. Это тот, который мигает этими огоньками. Mm-hmm. Очень весело. Понятно. И вот на это поднимается. Красиво. Вот здесь вот перекрывает движение. Ага. Видишь? Машину да не пускают. То есть с тех пор, пока они сведут мост. Ага.
раз вот это разводит, да? Не, вот сейчас, там сейчас это каждый ходит. Не, видно, я имею в виду, вот этот мост разводит, да? Готовый. Ну, смотри, как красиво. Питер. С моста. Девочка по городу шагает босиком. Девочка татар. Блин, как же красиво все. Как красиво. Прям удивительно. Гуляет и гуляет, да? Ну да. Теплее оделся, погнал. Да? Наслаждайся жизнью. Даже видишь, это и есть. Кто это делал? Кто? Эти все, видишь, до сих пор. Как клеймо осталось. Ну мы не так уж много-то и прошли. О, видишь, А, клеймо? Мы пойдем больше, чем взять Лешу за все эти дни. Потом я уже тут обошел все. Еще тут обошел все. Вот еще один пакет, видишь? Да. Что ты делал? Что-то капает. Капает. Если не было, да? А сегодня двинулись в путь. Круто. Блин, как же красиво это смотрится отсюда, да? Вообще. Очень классно смотрится. Это не из такси. Да, это не из окна туристического автобуса. А мне нравится, знаете, просто гулять. Просто гулять. Не заходя ни в какие музеи, ничего. Просто смотреть, ходить. Все. Ходишь, смотришь. Надо шагомер поставить. Сколько мы с тобой проходим? Видать, что это фильм красный. Он там все показывает. Красное здание, видишь, это далеко. Ну. Видишь, да? Ну. Темный такой красный. Ну, ну и что? Это кресты. А-а-а. Знаменитые. Да. Тюрьма, да? Да. Кресты. А-а-а.
Ну, кажется, тут надо выйти. Вот он часть и развозит. Как его там? Да, ее поднимает вверх. А-а-а. Вот как раз вот это, да? Вот, видишь? Да-да-да-да-да. Отдельно отличительная черта, что можно развод. Видишь? Вот это вот, да? Зубчики, да. Зубчики, да? Да-да-да-да. Ну так вот, будем знать теперь. Не, а даже смотрите, как классно оформлено вот начало моста вот этими вот, вот колоннами. Или как это называется. Не, ветер, конечно, прям такой сильный. Ветер тут всегда. Ну, есть. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Нагонял беду, нагонял беду. Сказал ты мне. Наверное. Ой, какой ветер. Но он не сильно холодный ветер-то, нормальный. Аудиоэкскурсия. А? Троицкий мост. А это он будет для полицейского. Вот, видишь, стеклянный, вон, видишь, где-то. Ага. Где-то будет. Как раз мы подходим к переходу. Марсово поле. Вовчик говорит, здесь в революцию хранили людей. Да, и как говорит, это еще существует, это типа поверье, как типа легенды или что-то такое. Что за легенда? Типа, когда Ленинград был в блокаде, здесь это тоже хранили людей, которые умирали от голода. Слушай, а конюшина это где? Прям со Спасом на... Как раз вот, которые про это, да? Вот так красивое поле Марсово. Ну, здесь вижу гуляки. Типа вечный огонь. Да, вечный огонь еще. Видишь, там как эти ансамбли сделаны. Эти лавочки, да-да-да. Кусты сзади, спереди дерево. Края мокрые, ну, представим, что такое, когда жарко, тень была. Ну да. Ну, жарко здесь крайне редко, хотя, как молодой человек когда нам сегодня говорил. Здесь жарко, бывает. Там все занято. Да. А то вон, видишь, как еще делать. Да, прям в этих кустах сидят. Ну все. Ну да, так и есть. Катаются. А пойдем вон сюда? Куда сюда? Вон, тоже постоим в дереве. Да. Давай. Вот. Катается. Ух ты. Прикольно. Он уже огни все сжигает? Нет. Я глючит. Что-то. А тут мемориал. Я, по-моему, я где-то в каком-то музее видел. Там это Марсово поле, как раз как это сохранение людей. Там это в общую яму это складывали. У нас тоже есть вечный огонь, это в нижнем. И там это не то. Не зная имен всех героев борьбы за свободу, кто кровью отдал ров человеческий чтит. Безымянных всем им память и честь этой камень на долгие годы поставлен. Вот так вот. Для всех населяющих землю. Вот так вот. Марсово поле. Мемориал. Еще таблички. Тут это вечный огонь. Вот как я тебе помню, что это раз, скажем, шел ночью. Мост вот этот уже раз навели, вот это подняли. И он был на ту сторону. Ну, я здесь остался ждать на лавочке. Вон там красота лавочка. И прошел какой-то
чувачок. Еще? Спросил, за блин купить? Нету. И что-то раз обернулся, а он тоже куда-то пропал. Здесь никого не было, уже было. Тебя глючило, что ли? Сейчас ночи, что ли? Тебя уже глючило, что ли? Нет. Да, ну там какие-то вон еще эти, пошли. Какие-то палочки. Пошли. Знаю, некоторые говорят, что типа это был этот черт. Черт был? Да, типа, хотел тебя с собой, типа, забрать. А ты сказал, что я не курю? Да, типа, я бы наказался. Во, бросай курить, вставай на лыжи. Ну, кто, блин, что говорит? Но он на самом деле, ну, там, ну, честно, когда здесь вот все видно, вот, на... Да, вон далеко. Mm-hmm. Я обернулся, а его уже нет. Где? Все, тебя уже глючило. Ага, глючило. С чего? Не знаю. С чего-то. Да, он тут молодежь играет. Панки какие-то. Ну, тут много кто собирается. Пусть некоторые сидят, пью, просто пью. Отдыхаете? Да. Типа того. ОМОНовский КАМАЗ. Да. Наверное. Я не знаю, с чем он связан, но что-то очень много. Кстати, да, здесь какая-то проходить будет, я так понимаю, концерт, это что-то такое. Завтра. Мы сегодня проезжали. Завтра. Там все перекрыто, там ставят. Около Исаакиевского. Да, около Исаакиевского там ставят. Палатки. Палатки, да. Завтра, ну как раз. Завтра, сегодня. Видео-то выйдет завтра. О, тоже как красиво. Дуб. Или что это такое? Дуб. Дуб, да? А, кстати, точно дуб. Дуб. Ага, и прям по центру. Смотрите, как красиво как вообще. Это сделано, ты как айкик. Ага, все, очень красиво. А смотрите. В общем, такой дуб-то, я так понял, старинный. А, старенький. А, видите, огражден. Да, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый. Все дуб. Ходит по цепи кругом. Идет налево, песнь заводит, направо сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, Вова. Русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках слезы невидимых зверей. А вот как там, типа ты, да? Невидимых зверей. Да. Вот здесь голуби пасутся. Ну мы в пышечную хотим. В пышечную. Я не знаю, есть. Так ты посмотри. Кофе. Я ведь вижу кофе. Я вижу тоже кофе. Мы же это в пиццу пышечную хотели. Посмотри, на конюшенные там. Конюшенные 25. Да. Тут это так. Пойдем. Не знаю, где более больше. Угу. Сейчас найдем. Вот оно в грязь не встанет. Когда-то Минка встал туда. Да, 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 да. И вот так. И мы открыли свой канал. Да, после этого. Да, да, да. В грязь не встанет. Ну, бабка, я тебе говорю, Питер наш город. Мы даже грязь везде найдем. Как надо. Вот так. Масло поле, нам нужна большая петрушина. А? А что там вот за сборище людей? Экскурсия какая-то очередная. Да. Очередная экскурсия. Посмотри по карте. Посмотри по карте где-нибудь. Указатель. Что здесь-то как? Сколько народ там. Вообще. Там экскурсия, походу, да? Да, там что-то глаголят. Ну, экскурсия, это шикарно, но... Ну, женщина какая-то в платье танцует. В мае месяц, да? Чудо надо. Наверное. Может быть, да. Ну, там снимают на камеру. Кстати, на профессиональный это, видишь, это стабиль? Да, стабилизатор. Так, и мы такие тоже с камерой. Малоконюшенный мост. Ну, да. Большая конюшенная. Где у вас тут пышечная? Рассказывайте. Где у нас тут пышечная? Смотрим, где тут пышечная. Пышечная. Нам пышечная.
Ну, дна. А, что? Набережная реки Мойки. Ну, как понятно. Это не здесь, явно. Так, стоп, сейчас здесь становимся. И видим. Исаакиевский собор. Исаакиевский. А, я, ну, короче, да, храм. Спас на краю. Спас на краю. Вон он, смотри. Целая свадьба. Подожди, здесь он телек снимает. Телевидение. Лучше? Телевидение. Вот я ходила. Что такое? 78 ворот. Что такое, да, подбирать? Что это тут? Все какие-то разукрашенные тут. Что тут за костюмированный? Бал. Слёт, блин, мне, кстати, не понятно, что это такое. Кому за... Какие-то все они разукрашены. Типа красивые. Бабушка из Санкт-Петербурга. Конкурс. Не, как будто какой-то конкурс. Что они все в разных платьях какие-то. Вот, фальшивый мост и настоящий. Кстати, да, вон, видите, фальшивый мост и настоящий. Не поняла. Спас на крови. Вот мы, кстати, сюда как раз хотели. И в летний сад. Еще. Пройдись. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Красиво, конечно. Сейчас он в музее. Здесь довольно-таки это далеко идти, до конечной. Я бы глядел. Запрещен. Ищите и обрещайте. Часов не будет. Что-то спас от крови. Толкнем в этот путь. Вон он. Да, главный. Напротив. Как уешь? Неудивительно. Иди. Нет, пока нет. Не, а нас тут только что узнала девушка. Это распространитель. Да. Вон там она стоит. Рамбольчик. Да, девушки, передаем привет, привет. Следите. Биоэкология 40 рублей. Да? Чего? 40 рублей. Ну иди сходи, если он работает. Работает. Ну все, иди, давай. Тут у нас получается разные шкатулки. А нам нужна салфетница. Нам нужна салфетница. А ты где на даче? О, шапки-то, кстати, уже не продают. Твои. Они уже не актуальны сейчас будут, да? Гарри Поттер. Путин и Трамп. Доня Трамп, передаем тебе привет, если ты нас смотришь еще до сих пор. А это какие-то головоломки. У нас, кстати, тоже в Нижнем Новгороде такие продают. Так. Нам нужна салфетница. Красивая. И нож. Где нож? Кстати, ножи какие-то вон. Это открывало. Это бабочка. Нифига себе, открывал. Вот тебе бабочка. Мне такую прислали. Да, тебе прислал. Наш тоже подписчик из Бишкека, да. Свой оружейный магазин. Не, у него не оружейный, у него это охотничий. Ну, да, а у вас салфетница есть? Нет. Нет? Жалко. Какую-нибудь такую красивую заперстую салфетницу купить. Типа из Питера. Ручки. Вон раскладные. Ножички. Он что-то похоже. А у вас салфетница есть? Так. Будем искать. Ты ж, папа, говорю, у вас есть салфетница? Будем искать? Это вот такой же, с перламутровыми пуговицами. Нет. Не, кстати, действительно, мы тогда вот, когда приехали первый раз, здесь везде на каждом шагу продавали вот эти вот шляпы. Ну, шапки. Без козырки? Без козырки, да. Сейчас вот... деньги не боим, у нас нету. Продавали. Что-то он такой, ушанки какие-то оставили.
больше всего его. А у вас салфетница есть? Лишняя. Да. Сейчас народу, кстати, меньше, да, когда мы приехали в первый раз. Сейчас вот. Хотя не, он без козырки есть. А он шляпу пиратская собирает. А, нет. Сверху. Это скорее не пиратская, а морская. Это морская? Треуголка. Это моряки так ладят. Треуголка. Тоже красивые такие штучки. А у вас салфетниц нету? Нет. Жалко. Будем искать. Красиво. Да, будем искать. У нас квест по поиску салфетниц. Вместо силы теперь мы ищем. Мы каждый раз не ищем легких путей, мы что-то интересное ищем. Да. Он так зато интереснее, а то так прошел и сразу купил. Кстати, ты подстаканник хотел. Подстаканник умный. Они поступают. Где купить шапушанку розовую? А сколько у вас подстаканники стоят? 1100 рублей. А салфетниц у вас нету? Будем искать. 1100 за подстаканник. Я думал, где дешевле. Ну, понимаешь, здесь вот туристический. Местечко. Ножички. Но это бабочки опять же. Опять же, да, бабочки. А у вас салфетниц нету? Фонтанчики. Игрушки. Даже это мы стали делать. Слушай, вот как поставить продавцов в тупик? Спросить, есть ли салфетницы. Видишь, вот мы готовы взять-то. Но. Но. Да. Походу придется в России. А, блин, хотя опять сказать в России. О, вон сальный ножичек. Деревянный, да? Деревянный, вот тебе ножи. Нет, есть только деревянные. Не дома деревянные. Ну, все, что любят женщины. Ой, все, военные машины же. А чем вы стреляете? Резиночки. Цивильские резинки, видите, вот они. И сколько какая игрушка? По-разному, это стоит 700 конкретно. Это да, экземпляр, это у нас кольт американский. Это под маленькую руку, лет на 5, на 6. Под руку побольше, вот такой вот макар. Да. Это на 7, на 8. А берет-то есть? Берет-то вот он тоже под маленькую руку, рядом с ним. Да. Прошел. И вот глок, он уже размером, ну, конечно, меньше обычного пистолета, но уже под большую руку. Возьми, пожалуйста. Зачем ты себе значок убьем? Редкая модель. Пошли. А вот так. Это не то. А сколько такие вот стоят? Такие 350 рублей. Где можно купить кортик? Кортик настоящий? Да. Ну, не, ну хотя бы, да. Здесь? Где? У вас? А вы что, не видели? Нет. Здесь полно комнат. Нет. Как видите, армянина сразу спрашивает ее. Вон там только были. Нет, тут видите, как. Нет, уже. А ворот, они там зеркало. Пойдем искать. Пойдем. Ты что за провокационный вопрос задаешь? Ты еще спроси, где здесь Марья Ивановна продает. Ну, что ты? Настоящий будет тебе стоить 1000-10-20. Потому что они все идут под ножки. Салфетницы есть? А салфетницы у вас нету? Салфетницы это кольца для салфеток? Нет, ну вот именно салфетницы. Салфетки вставляют. Нет. Будем искать. Будем искать. Армян, видите, они продают. Нет, там видал нам блинецкий вот этот парень продавал. Да? С бородой. А не, вон мы есть, вон, без козырь, там Балтийский флот. Пошли по той стороне еще, пройдем, там на той стороне еще есть. Где? Смотри, кошки. Да там кошек тоже полно всяких я разных. Я понял. А чё, зачем тебе кортик-то? Просто хочу узнать, сколько он стоит. И поглядеть. Такой он, как у офицеров или нет. Я боюсь, нам денег не хватит на этот кортик. А ты чисто зацени, да? Да, да. Какой он, как сделан вообще. То есть, это, с номером, без номера. То есть подделка или как вообще. Не знаю. Нет, нет, нет. Да. Иди свое имя. Кстати, да. Ну-ка, ну-ка.
Так, любимому брату, любимый. Так, царь. Где имена? Вот имена здесь есть. Так, анфиса. А в какую стоимость? Столовая стоит 300 рублей, а чайная 250. А Нина есть? Нина? Нина, да. Должна. Вам чайную или столовую? Ну, столовую посмотрим. Вообще вот по нашей отечественной. Посмотрите, пока я ищу. Нина. Ложки. Ложки очень хорошие. Там нетерпитанное покрытие, они для еды. Они из чего сделаны? А? Нержавейка, и вот я вам специально здесь. Вот видите, сейчас я не посмотрю. Распечатанные нержавейки. Станом покрытие. Мой завод очень старинный. А там можно на заказ сделать, да? Или как? Ну, вообще вот приходит заказ. Завод. Есть, да? Это пековато производитель. Первый. Пермский. Наши из Ганежного это. Будет ближе ехать, чем. Красная ложка. У тебя стакан уже есть? Ага. Это бокал. Вот тебе ложка. Ложки хорошие, да. Мое вряд ли. А какой у вас имя? У меня Владимир. О, у тебя нету. Владимир у него. Владимир? Владимир. Конечно, есть. По-моему, даже последний остался Владимир. А, видишь, как быстро это уходит. Да, имена вообще хорошо разбираю. А салфетница смекала? Что? Салфетница. Под салфет. Нет, под салфет у меня ложки, тарелочки. Да с этого Владимира? Нет. Спасибо. Еще пойдем, прикольно. Да ну это фигня. Фигня эти ложки. Да. Она мягкая. Это из перми, ё-моё, перми делать. Я думал, здесь делать. Вот перми. Ну, есть мое имя. А Владимир, это, видишь, редкость. Вон. Входит. Ну, что, вы не видели? Нет, что? Мы на той стороне не были, все, мы... На темной стороне. Это опять тоже ножички, всякие пульки. Ножички, пульки. А вот и кортик. Вот тебе кортик, да. Вот ты хотел, вот тебе кортик. Да, да, да. Все. Вот я как раз у пацана видал такой вот кортик. Вот кортик. Вот трубки. Вот у Сереги вот такая трубка. Это только деревянная. У дяди Лешного брата. Только настоящая деревянная трубка. Такая трубочки. Вот набор целый. Типа это, открывать штопор, да, вот. Ну ты нашел, что хотел? Это, по-моему, не морской вот. А что? А, нет, вот разные цифры. Здравствуйте, а сколько такой стоит? 600 Цены у нас хорошие, их вообще до 1000 доходят цены. Острый или нет? Нет, они это колющее оружие. Можно точить. Это колющее оружие. Это не бенрежущее, это колющее. Здесь вот обычно идет еще номер. Если он это сделан для офицера, здесь идет номер. Ну, они одинаковые получаются, да? Что? Одинаковые получаются? Нет, они разные. Вот. Но они тоже уже другое. Они не цельные. Уже другое, видишь? А вот эти два. Ну, видишь, это можно заточить. Красная сталь просто, это мощная сталь, видишь? Он не блинется. 700 пар. Что, хочешь? Ну вот. У нас сейчас нет. Карточки, я думаю, а, ну да. У нас нарка нет. Ну, честно. Если только спросить. В принципе, можно. Ну, то куда мы его поставим? А вот как оплата? На онлайн-перевод можно наличные. А онлайн как? Сбер. Сбербанк. Сбербанк и Тинькофф, да? А за 500 отдадите? Не можем скидку делать. У меня я наценок больших не делаю, без скидок работаю, сразу получим цену. Ниже точно не сможем. Ну, пойдем еще посмотрим. Пойдем. Пойдем посмотрим.
на ценах больших не делаем. Не, я теперь буду торговаться. Не, на 600, мне кажется, недорого, в принципе. Да, я бы думал 1200. Да, я тоже думал 1200. Потому что в Нижнем такой же кортик, 3800. А, о, давай берем оба, толкай в Нижнем. Оба? Да я шучу. Что сказать, что они? А салфетницы у вас есть? Нет. Будем искать. Ну вот, тебе кортик поискал. Не, ну он вообще не острый. Я думаю, может, острый такой. Это колющее оружие. Он тут. Но он сказал, видишь, как, что его можно затащить. Можно. В принципе. Позволяю. Ну, а зачем мне это колющее оружие? Не знаю. 600 рублей, видишь? Ну, в принципе, найти где-нибудь этот банк и снять просто. Так ты можешь переводом просто сделать все. 600 рублей. Ну да, в чем проблема? Тинькова, все. Что там? Что увидел? Да нет салфетницы, ты что? Пепельница есть, салфетница нет. Блин, вы что надо нет? Ну да. Сдолжил он меня своим кортиком, вот я требую предоплату. Видите, как все. Иди покупай свой кортик. Вот только ты дома сделай этот в себе уже стенд и носи. Потому что везде эти ножи валяются уже. О, смотри, смотри, консервы. Это воздух, что ли, наверное, да? Да, это воздух. Это воздух или что-то? Нет, а, это леденцы, монпансье. Вот. Ну, может, воздух. А, да, раньше были такие же. Да, а сейчас уже нет. Не пользуйся спросом? Открытки у вас есть? Открыток нету. Открыток нету. О, да, и подстаканник. Да. Надо еще купить. Подстаканник. Тоже конфетки. Тоже конфетки. Вон с видом Петербурга. Mm-hmm. А почем они? Ну, классно так, раз. Вон, 150 там. 150? 150. Раз, подарил им. Леденцы Монпанси. Да. Ну, сегодня, если класс. Сегодня надо, на сегодня. Подстаканники тут, вот смотри. Красивые. Как красиво. Интересно, кто так все делает, да? Он робота, монстра. Чужой, типа. Да? Терминатор. Да, красиво. Фигеть. Здесь тоже пружинки как сделан. Хорошо, все котики подарю. Привет из Питера. Привет из Питера. Вместе с котиком. Убери еще. Давай. Какой хотите? Вот этот? Да, вот этот. А или тот? Не, вот этот. Вот этот? С ними надо. С долчик. Так, у нас перевод получается. Сбербанк? Ну, хотите то или хотите другое. Сбербанк лучше, да. Давайте Сбербанк удобнее. Не, и то, и то. Ну все, Иван теперь счастливый обладатель кортика. Да. Пыталась я скинуть хотя бы соточку. Но нам кучку дали. А он дал все-таки? А где ты? Он дал? Котика не положил? А, вот он положил, да, котик положил. А ты что не взяла его сразу? Да, не знаю. Дети же сказали. Да нафиг не будет, я не люблю такие маленькие штучки. А что? Да, они только мясо занимают. Кому? Ну да, подарим. Наш общий котел. Ну все, нож получили, нож-то купили. Нож. Значит, что, еще мы вернемся в Питер еще не раз. Есть у вас такая примета? Да, да, да. Что, вернемся, значит, да, когда Вован получает нож, значит. Значит, возвращаемся еще раз? Да. То есть мы даже специально. Мы на Пхукете? Мы не купили нож. Мы не купили. Вот мы не попали в этом году. Да. Примет это действует. Зато в Паттайе-то мы покупали ножи. Да, и вернулись. И не раз. И в Паттайе мы вернемся еще и не раз. Это трость. Это был бы лучше. Ну, какой собак красивый. Ты красивая. На твоих. Смотри, каких. А сколько они стоят? А там, по-моему, сколько? Там 500 баллов. А
встань, ребят. Убираемся? Вроде да. Хочу. Это, эти зонты можно и у нас купить. Хотя и кортики тоже. Он уже, блин, начал тут деньги уже напоследок, блин, тратить. Я хочу прокатиться. Что? Как раз погода пока ты хорошая. В эту? Да, надо сначала где-нибудь зайти покушать. Ты уже деньги тратишь, блин, просто так. Да ладно. У тебя уже началось. Все. Я, блин, думал, ты последний день. О. Ничего, обычный зонт. Что такого необычного? Я говорю, кортик. А, кортик-то? Я думал, 1005. Ну, взял, взял, все. У нас он стоит где-то. Только ты давай уже куда-нибудь их пристрой. А то везде валяются твои ножи. Что там рисуют? На краску. О, крышка есть, вот это летняя. Мы с тобой куда хотели? В другое место. Щелкунчик. Да. Пошли в щелкунчик. До конца. Нет, пошли. Что ехать. Пошли. Пошли там, до конца низко. На ту сторону и вызвать такси. Пошли. Давай. Там посидим.